Такие вот полено легко. Даже можно было бы и побольше. Ну вот это вот большое достаточно. Ну потом. То есть прошло как раз 12 часов. С того момента, как была сделана закладка из сушины. Можно сказать, что только сейчас, ну, будем так считать, все прогорело. Хотя тепло она еще дает. Печка. Вот. В общем, что можно сказать? На закладке сушины березовые, скажем так, дрова. 12 часов легко. Вот. При этом после 12 часов еще остается вот такое, ну, такая вот картина. То есть, в принципе, еще часа два она будет давать тепло. Вот топливные брикеты более твердое топливо. И, конечно, они дольше тлеют. Но березовые дрова, вот 12 часов, вполне себе. Напилил еще дров. Дрова, энергия в лесу. Валяется, стоит только распилить, и все. И у нас отличное топливо. В отличие согра, в данном случае мега-согра. Вот такая вот здоровая печь, такие мощные. Длинные поленья, здесь сантиметров 35-40 каждая. Если даже не полметра каждая. Потому что длина топки здесь полметра. 7. Вот такая вот мощная закладка из березовых дров. Лесная сушина. Все, сейчас раскочегарится и пойдет дело. Хорошо. Диск притока воздуха на максимум пока что. Он только лучше пойдет. Что можно сказать? На четырех таких дровинах более 12 часов работала печь мега-согра, при том, то, что в определенный момент я открывал ее где-то минут на 20. Такой режим, режим активного горения, для того, чтобы вскипятить воду в кане для чая. Вот так вот. Ну что, печь радует, печь радует. Отличная печь. Так, тест номер два. С утра я сделал полную закладку из березовых дров в печь мега-согра. Это было 9 часов. 9 часов, сейчас почти 6 часов. 17.50. В общем, что происходит за 9 часов? Посмотрим. В таком вот режиме работает печь мега-согра. Березовые дрова вот таким образом прогорели. Сейчас пошел доступ кислорода. Они снова разгораются. Печь из пиролизного режима выходит в обычный активный режим горения. Сейчас немного разгорятся. Открою на полную. Ну все, в общем-то разгорелось все. То есть вот полная закладка
этих вот дров не сказать, чтобы полностью прогорело, потому что какие-то прогорели. А вот, допустим, вот эта вот полена крайняя, оно осталось еще, не догорело. Так что вот так. Делайте вывод. Я думаю, что на такой закладке часов 10 это легко. Вот на той закладке, которая была, 10-12 вполне. Короче, такой вот он тест номер 2. Режим активного горения на пиролизный режим. Перевожу. Вот, все. Сегодня ночью вот такая закладка, три бревна, можно сказать, три полена березовых, достаточно крупных, большого диаметра, длинные, на всю длину топки печи Мегасогра, но единственное, что мокроватые. Вот сейчас происходит процесс выпаривания влаги. Прежде чем они будут нормально функционировать, хорошо тлеть, все равно влага должна выпариться, испариться из древесины, и после этого будет нормальная работа. Вот слышны звуки, как испарение происходит. Сейчас рассмотрим результаты. Третьего теста закладка была сделана где-то около 11 часов, к 11, три дровины, мощные достаточно, из березы разгорелись, вот, влага начала выпариваться, после этого переход на режим длительного горения. Сейчас у нас будем считать 7 часов утра. Ну, в общем, 8 часов прошло. Не прогорели до конца. Продолжают тлеть. Причем прогорают снизу. Именно нижние начинают прогорать, верхние затронуто еле-еле. Вот, так что... Причем спал я очень хорошо, тепло. Как видно, 8 часов совершенно недостаточно для того, чтобы это все прогорело. Печи Мегасогра. Да, нужно больше времени. Закрываю дверцу топки. Пошло интенсивное горение. На улице туманчик. Вот такой вот туман на реке. А, уже рассеялся. Был помощнее, поплотнее туман. Вернемся к согре. Сейчас будет более видно, когда дрова разгорелись, в каком они состоянии. Вот, пошло активное горение. Вот в таком вот состоянии дрова за 8 часов. То есть совершенно... По-моему, там еще половина ресурсов своих не истрачено. Привожу опять режим длительного горения, доведем тест этот до конца. Ну все, завершаю этот тест. Третий по счету уже. Время сейчас 10:32. Фактически 12 часов на одной закладке.
И вот такая картина. В принципе, не все прогорело. Угольки еще. Ну, даже не то, что угольки, а сама древесина. Вот в таком вот состоянии. То есть печь еще дает тепло. В общем, что можно видеть, что 12 часов на одной закладке — это легко. Я перевожу печь в режим активного горения, потому что мне тут нужно уже приготовить грибы в кане. Поэтому сейчас еще нарублю дров и сделаю грибной суп. Вот. Так вот, горение. Грибочки отвариваются. Ну, нужно уже уменьшить. Отрегулируем вот в такое вот положение. Вот так. Все. Тут МБ-10 с парафоном затапливается. Пойдет. Решил все-таки сделать кашу. Кашу с грибами. Гречка с грибами. Собственно говоря, уже готово. Нормально. Ну все. Выставляю на минимальный режим. И пускай просто доходит. Вот так вот гречневая каша с грибами на печи Мега Согра. Как подосиновик. Нормально. Ну, пойду дальше париться. Вот я уже пятый день тестирую печь Мега Согра. Ну, что значит тестирую? Просто пользуюсь ей по необходимости. А необходимость, она постоянная. И вот что я могу сказать. Не было ни разу, чтобы на одной закладке из дров березовых у меня она работала менее 12 часов. То есть вот уже более 12 часов сейчас времени. А вот. Время 10:55, почти 11. Затопил я ее. Точнее, положил дрова. Там 9 час был. Ну, будем считать, 9 прошло. Часов 14 прошло. Вот. При этом я ее использовал и в активном режиме, вот в таком. Вот. И вот в таком режиме, когда нужно, чтобы было тепло. Ночью уже холодная. Потом выставил вот так. И, в общем-то, не сказать, чтобы все прогорело. То есть вполне себе еще дровины тлеют. И, наверное, часа два еще вполне. Но зато сейчас опять 5 полешек можно положить, ну, смотря какого диаметра. Все заново пойдет, будет тлеть, работать. Так что, конечно, что говорить. Печь Мега Согра — классная печь. Она позволяет гораздо больше времени
спать, вот, без того, чтобы докладывать топливо в топку. Гораздо больше времени. Конечно, протестируем ее еще зимой, но уже сейчас можно сделать однозначно вывод, что время непрерывного горения, время непрерывной работы печи, который обеспечивает уютный режим для сна, для проживания, он увеличился гораздо. По сравнению с печью Согра 3, сложно сейчас сказать, потому что обычно Согру 3 я тестировал в зимних условиях, а это все-таки осень, но тем не менее впечатляет время работы. Вот от 12 часов легко в режиме тления, легко. То есть, да, это прогноз такой, что зимой эта печь на одной закладке, во всяком случае топливных брикетов, будет обеспечивать непрерывный сон в течение положенных 8-9, а то и более часов для человека. Вот такой вывод.